50-летний Иосиф Пригожин резко высказался в адрес 34-летней Юлии Михальчик. Продюсер пристыдил певицу за обсуждение личной жизни его супруги. Выпускница «Фабрики звезд 3» недавно побывала на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Певица рассказала об отношениях с продюсером Александром Шульгиным, бывшим мужем Валерии. Юлия призналась, что рукоприкладство Александра положило конец их роману. При этом она отметила, что Валерия преувеличила, говоря о тирании бывшего супруга. Заявление Михальчик возмутило Пригожина. Сегодня продюсер записал видеообращение к певице, в котором попросил не обсуждать личную жизнь Валерии. Иосиф отметил, что Юлия не была свидетельницей происходящего и не может ставить под сомнение слова коллеги. Продюсер посоветовал артистке заниматься своим творчеством и своей личной жизнью. «Не хочу вас обижать, вы девочка. Хотя бы из женской солидарности вы должны были занять позицию Валерии», — заявил Пригожин. Иосиф напомнил блондинке, как она приходила к нему за помощью и советами, жаловалась, как ее били и топили. Продюсер предположил, что Михальчик сделала это заявление ради пиара, однако он убежден, что собирать большие залы ей все равно не удастся. «Зачем вы лезете в чужую жизнь, зачем вы бередите старое? Зачем вы спустя 15 лет поднимаете то, что мы пытаемся забыть? Считаю ваш поступок непорядочным», —